хочу кое о чем тебя спросить. Спрашивай. Должен тебе сказать, когда я даю человеку честное слово, умру, но сдерживаю его. Вот нормально, я такой. Значит, я не должен больше запирать эту дверь. Слушай, Иво, ты, эстонец, говоришь, что умрешь, но сдержишь слово. Ты спрашиваешь меня, кавказца, горца, сдержу ли его я? Для нас это значит все. Сказал, не убью в твоем доме, значит, так и будет. Хорошо. Вообще, эстонец или кавказец не имеет значения. Иво, почему ты не уехал в Эстонию? Да вот это уже не твое дело.